Что ж, есть еще свидетельство о том, что Дух Святой есть Бог во всей полноте. Эти свидетельства содержатся в Новом Завете. Есть тексты, в которых Дух Святой называется Богом. Это Деяния 5 глава, стихи 3 и 4. Анания и Сапфира солгали Духу Святому. А в 4 стихе Петр ясно дает понять, что солгать Духу Святому означает солгать Богу. И затем мы читаем далее, в первом послании к Коринфянам, 3 глава, стихи с 16 по 17, а затем в 6 главе, в стихах с 19 по 20, Павел пишет о том, что верующие являются храмом Святого Духа. И он при этом дает понять, что быть храмом Святого Духа означает быть храмом Божьим. Еще один текст, который прямо называет Святого Духа Богом, это второе послание к Коринфянам, 3 глава, стихи 17 и 18. Павел пишет, что Господь, греческое слово «кюриос», — это Дух, и Он ссылается на Святой Дух. Что ж, есть еще и другие тексты, в которых новозаветные авторы цитируют ветхозаветные тексты и применяют эти тексты к Святому Духу. Хотя при этом, если вы внимательно прочитаете эти ветхозаветные тексты, то вы увидите, что в них речь идет о Боге. Вот несколько примеров. Книга Деяний, 28 глава, стихи с 25 по 27. Павел говорит о том, что Дух Святой изрек через пророка Исаию к отцам израильтян. И затем цитирует пророчество, записанное в книге пророка Исаии, в 6 главе. Особенно если посмотреть на стихи 9 и 10. Но если прочитать 6 главу пророка Исаии, то мы увидим, что эти слова изрек Бог, сам Господь произнес эти слова. И что здесь происходит? Павел сознательно приравнивает Духа Святого к Богу. То есть Павел, который проповедует здесь, его проповедь записана здесь, он говорит о том, что Дух Святой — это Бог. Еще один пример. Мы читаем в книге «Послание к евреям». Это 3 глава послания, стихи 7 по 11. Мы читаем, как говорит Дух Святой. И затем автор цитирует из 94-го псалма, стихи 7 по 11. Но если вы откроете 94-й псалом, то вы увидите, что псалмопевец призывает ни к чему иному, как прислушаться к голосу Бога. А если это так, то это еще один пример того, как новозаветный автор приравнивает слова Писания, неважно, кто их произнес, со словами Духа Святого. Что ж, вдобавок к тем примерам, когда новозаветные авторы цитируют ветхозаветные тексты и приравнивают Духа Святого с Богом, мы читаем тексты, в которых говорится, что Дух Святой обладает атрибутами, которыми может обладать только Бог. Позвольте привести лишь несколько примеров. Дух Святой вечен, согласно Евреям 9:14. Также Дух Святой всезнающий, согласно 1 Коринфянам 2 главе, стихам с 10 по 11, и Иоанна 14:26.
Он всемогущий, согласно Римлянам 8:2 и Римлянам 15:19. И также Он обладает атрибутом истины, согласно первого послания Иоанна, 5 главы, стих 7. И кроме этого, есть еще свидетельство о том, что Дух Святой совершает дела, которые только Бог может совершать. К примеру, Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 5 по 8. Речь идет о том, что Дух Святой возрождает тех, кто верует в Христа. Никакой человек не в силах совершить ничего подобного. Нам также говорится о том, что Дух Святой освящает верующих по мере того, как они возрастают во Христе. Это 1 Петра, 1 глава, 2 стих. И далее, конечно, нельзя не упомянуть то, что мы с вами обсуждали, когда говорили о богодухновенности Писания. 2 Петра 1:21, 1 Коринфянам 2 глава с 12 по 13 стихи, Дух Святой открывает Божью истину библейским авторам и вдохновляет их, когда они записывают ее на страницах Писания. Но также есть еще текст, записанный в 16 главе Евангелия от Иоанна, с 8 по 11 стихи, где мы читаем о том, что именно Дух Святой обличает мир о грехе, о правде и о суде. Также надо упомянуть еще об одном деле, которое совершает Святой Дух. В послании к Римлянам 8:11 мы читаем о том, что Дух Святой участвовал в воскрешении Христа из мертвых. Все эти дела может совершать только Бог и никто иной. Что ж, можно было привести еще множество примеров, но, как мне кажется, приведено уже достаточно, чтобы подтвердить то, о чем мы с вами говорим. Также нам следует отметить то, что согласно Писанию, Отец, Сын и Святой Дух — это отдельные личности. И тому мы находим немало свидетельств в Новом Завете. Я сразу вспоминаю 3 главу Евангелия от Матфея, стихи с 16 по 17. Это крещение Иисуса Христа. Мы видим, что Иисус Христос крестится, и при этом раздается глас с неба, глас Его Отца, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», и Дух Святой сходит на Него в виде голубя. И нет необходимости в том, чтобы пытаться понять, кого символизирует этот голубь, чей этот голос раздается с неба, потому что Матфей обо всем этом нам пишет, что голос с неба — это голос Отца, и также мы читаем о том, что в виде голубя снизошел Дух Святой. И те, кто верит в модализм, полагают, что не только нет трех богов, есть один Бог, но Он предстает в трех лицах, и Он не может одновременно быть в трех лицах. Есть одна божественная сущность, которая по очереди является нам в разных образах. То Он предстает как Отец, затем в другое время, как Сын, и еще в какое-то время является как Дух Святой. Что ж, это невозможно в свете текстов, подобных этому. Точно так же в Евангелии от Иоанна, 14 главе, а также в 15 главе, Иисус говорит Своим ученикам, что скоро их покинет, но затем Он объясняет им, что они не останутся одни, потому что Он и Отец пошлют им Духа Святого, помощь им. Но если Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой не отдельные личности, то все это не имеет никакого смысла. Иисус говорит о том, что Он скоро их покинет, и пошлет им помощника, если при этом он, этот помощник, одно и то же, то это полная бессмыслица, ведь, по сути, он говорит, что он пошлет самого себя. И если Отец не отличается от Духа Святого, то, говоря, что Отец пошлет Духа Святого, он на самом деле не говорит правды.
По сути, получается так, что Отец посылает самого Себя. Очевидно, во всем этом нет смысла, и мы не можем идти в этом направлении. Что ж, есть и другие примеры, которые говорят о том, что Отец, Сын и Дух Святой — это отдельные личности. Можно вспомнить, к примеру, события на горе Преображения. Матфея 17 глава 5 стих, Евангелие от Марка 9 глава 7 стих, Евангелие от Луки 9 глава стих 35, а также второе послание апостола Петра, 1 глава 17 стих, 2 Петра 1:17. Все эти тексты повествуют о преображении Христа, и очевидно, что в этом событии присутствовало не одно лицо Троицы, а больше. Что ж, кроме этого, есть тексты Писания, которые говорят о том, что отдельные личности Троицы участвовали в процессе спасения. Причем у каждого была своя роль, отличная. И в ином случае тексты, которые об этом говорят, становятся бессмысленными. Скажем, первое послание Петра, 1 глава, стихи 1 и 2. Мы читаем «избранными по предведению Бога Отца при освящении от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». И если три личности Троицы на самом деле не отличаются друг от друга, то какой смысл разделять все эти дела и связывать их с тремя различными ипостасями Троицы, если все они, по сути, совершены одним Богом? И мы понимаем, что этот текст гораздо понятнее нам, если мы верим, что Троица — это три отличные личности. Есть еще один текст, который нам стоит посмотреть, это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14. Но в Писании Отец, Сын и Дух Святой не только преподносятся нам как отдельные личности, они все же при этом не настолько отделены друг от друга, что нельзя не говорить никаком единстве. Писание очень ясно свидетельствует о том, что Отец, Сын и Дух Святой — одно. И в доказательство можно привести такие тексты, как Иоанна 10:30, где Иисус говорит «Я и Отец — одно». И Он не просто говорит, что Он и Отец одинаково думают. Он как раз говорит об онтологическом единстве. И именно так поняли его слушатели. И Он при этом им не сказал, что вы неправильно меня поняли. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. В Евангелии от Иоанна 14 глава, стих 9, Иисус говорит своим ученикам, что видевший Меня, видел Отца. Поэтому им уже нет смысла вновь и вновь просить Его, чтобы Он явил им Отца. Итак, я думаю, достаточно ясно становится, что между Иисусом и Отцом есть единство. Также стоит обратить внимание на язык Иисуса в Его первосвященнической молитве, записанной в 17 главе Евангелия от Иоанна, особенно на стихи с 21 по 23, в котором Он говорит, что Он в Отце и Отец в Нем. И, конечно, это подразумевает не что иное, как единство. Также следует упомянуть такие тексты, как Колоссянам 1:15, а также послание к Евреям 1:8. В этих стихах не только подразумевается божественность Иисуса Христа, но и Его полное подобие, особенно в первой главе послания к Колоссянам. Мы видим здесь очень ясно единство между Христом и Отцом.
Что ж, вы можете сказать, но все это подтверждает единство Отца и Сына. А как же насчет Духа Святого? Что ж, и здесь можно привести тексты Писания. Послание к Римлянам, 8 глава, стихи с 9 по 10. Павел пишет о пребывании Духа Святого в верующих. Но он также добавляет, что кто Духа не имеет, тот и не принадлежит ко Христу. Поэтому, имея Христа, вы также имеете Святого Духа. А если вы Духа Святого не имеете, то не имеете и Христа. И все это, конечно, подразумевает единство. Также подумайте, к примеру, о 2 Коринфянам 3:17. В этом стихе мы читаем, что Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. И опять же используется греческое слово «кюриос», то слово, которым переводится еврейское «Яхве». Есть немало людей, которые, читая этот текст, понимают, что слово «кюриос» обозначает Христа, которого, как мы знаем, очень часто зовут Господь. И если вы понимаете, что «кюриос» в этом стихе подразумевает Иисуса Христа, то тогда этот стих свидетельствует о единстве между Христом и Духом Святым. Послание к Римлянам, 8 глава, стихи с 9 по 10. Здесь об этом говорится еще более определенно. Что ж, также есть еще тексты, которые показывают единство между Отцом и Духом. Первое послание к Коринфянам 3:16. Павел здесь пишет верующим, что их тела являются храмом Божьим, потому что в них обитает Дух Божий. Что ж, становится очевидно, что если в нас есть Дух Святой, то в нас также есть и Отец. Единство между Духом Святым и Отцом также прослеживается в первом послании к Коринфянам, 2 глава, стихи 10 и 11. Вы помните это место? Здесь Павел пишет о том, что Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего, живущего в нем. Точно так же никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. И именно потому, что он все знает и проницает, он может открывать нам истины Божии. Что ж, также в Новом Завете есть немало данных, которые подразумевают равенство всех трех личностей Троицы. И что ж, я думаю, что вместо того, чтобы нам с вами сейчас об этом говорить, я вам посоветую прочитать об этом в книге «Нет подобного ему». Я лишь обращу ваше внимание на некоторые моменты. Скажем, когда в Писании перечисляются три личности Троицы, они не всегда перечисляются в одном и том же порядке. Но даже если бы они употреблялись в одном и том же порядке всякий раз, это не подтверждало бы наличие некой иерархии между ними. И чтобы так никто не подумал, порядок упоминания личности Троицы, когда они перечисляются в различных текстах Библии, меняется. Но это не единственное свидетельство, которое можно привести здесь. Однако позвольте мне остановиться и спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы относительно того, о чем мы сейчас с вами говорили. Отличаются ли они по выполняемым функциям, ролям? Да, отличаются. А по атрибутам? Нет, считается, что все личности Троицы обладают одинаковыми атрибутами. Их отличие, на мой взгляд, более в том, что вы сказали ранее. Мы видим, что они совершают разные дела, и мы также видим, что они ведут себя по-разному в разных обстоятельствах. К примеру, во время крещения Христа, на горе Преображения. И вот в этом они друг от друга отличаются. Но не настолько отличаются, что мы не говорим о поклонении трем разным богам.
Есть ли какая связь между их ролями и теми именами, которые явлены нам в Библии? Что ж, к примеру, Иисус, человеческое имя второй личности Троицы, вот это слово «Иисус» происходит от еврейского слова, которое означает «спасать». Если мы вспомним, то его имя также берет начало от этого еврейского слова. Также имя Иосия. И таково имя у Иисуса, Сына Божьего. Иешуа происходит от еврейского слова, которое означает «спасать». Вы помните слова ангела, и нарекут его Иисус, ибо он спасет людей от грехов их. Вы можете спросить, ну, я понимаю, что Христос должен быть искупителем, но почему тогда его назвали Иисус? Что ж, потому что это слово по-еврейски происходит от слова «спасать». Что ж, что касается Отца и Духа Святого, такого конкретного эквивалента мы не находим. И уж, конечно, что касается ветхозаветного ангела Господня, там мы не находим понятия искупления или спасения. Но что касается человеческого имени Иисуса Христа, то да, оно связано с его ролью, за которую он наиболее известен. Хотя мы понимаем, что он совершает много других дел. Что ж, хорошо, еще есть вопросы или замечания? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.